Значит, у нас сегодня тема очень просто обозначается, а тема сложная – борьба за зарплату. Я хочу вас спросить, вы знакомились вот с этим материалом, который я вам давал? Очень бегло. Очень бегло. Очень. Значит, тут вот в том материале, который я вам дал, в этой брошюрке «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов», есть расчет стоимости рабочей силы рабочего Санкт-Петербурга на 2014 год. Вообще, если мы поставим вопрос вот так, как он стоит в заголовке, в теме лекции «Борьба за зарплату», то это можно понимать по-разному. Что значит «борьба за зарплату»? Вот кто-то требует там прибавить несколько копеек или несколько рублей. Это один вид зарплаты. Я думаю, что это к политическим составляющим социально-трудовых конфликтов не имеет никакого отношения. То есть, если речь идет о копейке на рубль, то это, так сказать, такой вид борьбы, который никоим образом не меняет вообще соотношение классов. А раз он не меняет соотношение классов, то он никак не может быть охарактеризован как вид политической борьбы. А мы ведь как с вами определили политику? Политику мы определили как классовую борьбу за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. В интересах того класса, который ведет эту политику, эту вот борьбу. Ну и вот если мы поставим так вопрос по-крупному, а именно эта борьба нас интересует, то есть мы ищем в экономических спорах, в социально-трудовых конфликтах элементы, которые представляют собой политические составляющие этих элементов. Мы должны при этом исходить из того, что такое вообще политика, и понимать, каковы виды вообще классовой борьбы. Классовая борьба, можно сказать, делится на три вида. Это борьба идеологическая, когда интересы классов выражаются в форме идей, которые выгодны, или осуществление которых выгодно соответствующим классам. Вот эта классовая борьба, выступающая как борьба идей, где это может быть? В пропаганде, в сфере обучения, образования, в сфере средств массовой информации, то есть в сфере воздействия на сознание человека. Вот эта классовая борьба, которая связана с борьбой идей, называется идеологической борьбой. Сразу скажу, что идеологическая борьба тоже может быть подразделена на теоретическую борьбу. Энгельс об этом говорил, что вот есть теоретическая борьба, когда речь идет о разработке, научной разработке того, что выгодно, какие идеи выгодны тем или иным классам. Ну и когда мы говорим о вот произведениях теоретиков, то прежде чем начинать какую-то борьбу политическую, создаются книги, создаются какие-то работы, и очень часто потом вслед за этими книгами идет уже борьба идеологическая, то есть пропаганда тех идей, которые в этих книгах содержатся, а потом идет агитация. Агитация чем отличается от пропаганды? Агитация – это призыв к немедленному действию. То есть делай так, приходи сюда, выступай за это и так далее. Тогда как пропаганда определяется так, что это внесение каких-то крупных идей, ну, в не очень большой круг, достаточно глубоких идей, разъяснение этих идей все большему кругу людей, но тем не менее это не столь широко, как бывает с агитацией. Агитация – это призыв к немедленному действию. Затем идет политическая борьба. Политическая борьба выступает непосредственно как борьба за завоевание власти. В чем это может себя проявлять? Со стороны буржуазии это проявляет себя в организации выборов. Причем эта организация выборов делается так, чтобы эта организация представлялась как действо, выгодное всем сторонам, что достаточно только последить за честностью этих выборов, достаточно правильно отметить, правильно зафиксировать выбор избирателей,
Избирателями могут становиться все, хотя на известных этапах, вот скажем, в Америке довольно долго женщины вообще не имели права голоса. Ну вот, так сказать, всеобщее избирательное право, всеобщее голосование рассматривается как такой главный инструмент сохранения власти у господствующего класса. Почему? Потому что кто выигрывает на выборах? Ну тот, чья идеология господствует. А чья идеология господствует в обществе? Если общество буржуазное, то, следовательно, идеология тех, кто имеет в собственности средства производства, является господствующей. А если она является господствующей, то значит господствующие мысли в обществе буржуазные. Поэтому если выборы будут проводиться честно, а вот по этому поводу довольно даже забавно, что, например, очень часто КПРФ выступает и требует честных выборов. Как будто бы непонятно, что вот если выборы будут честные, то они отражать будут то, что есть в обществе. Если в обществе господствуют буржуазные мысли, значит, победить должны какие партии? Естественно, буржуазные. Они и побеждают. Причем без всякого исключения. Какие-нибудь исключения были в истории, чтобы вот победили партии, которые и пришли бы к власти через выборы какие-то вот классы трудящиеся? Таких случаев история не знает ни одного. Ни одного. Есть, скажем, такие моменты, которые кажутся исключением из этого правила. Например, события в Чили. Вот в Чили была социалистическая партия наряду с коммунистической. Коммунистическую партию возглавлял Луис Карвалан, а социалистическую партию возглавлял Сальвадор Альенде. И вот социалистическая партия получила большинство в парламенте Чили в один прекрасный момент. Ну, во-первых, социалистическая партия – это не партия рабочего класса. После 14 года все социалистические партии, как говорил Ленин, это последнее прибежище буржуазии. Они как бы близки трудящимся, они, так сказать, какие-то их интересы выражают, но они все противники диктатуры пролетариата. То есть, а без диктатуры пролетариата никакой власти трудящихся быть не может. Всякая власть – это чья-то диктатура. Причем, когда есть выборы, то она осуществляется через выборы. Например, в рабовладельческом обществе выборы есть? В Риме были выборы? Были. В Древней Греции были? Были. Но кто? Тогда выборы были, так сказать, не такие, чтобы все допускались, а допускались все граждане, или свободные граждане, или рабовладельцы. Ну а рабы, они просто не считались людьми, а это просто говорящее орудие, поэтому все люди допускались до выборов, поэтому можно считать выборы всеобщими. А это вообще не люди. Поэтому они никак не могут в выборах участвовать. И естественно, такие выборы, которые проводились в Риме и в Древней Греции, всегда давали власть рабовладельцам. Без всякого исключения. И даже, так сказать, в принципе, так сказать, мысли о том, что какие-то рабы могут к ним допускаться, эти мысли исключались. Что касается феодализма, то там вообще выборным образом ничего не решалось, пока был, так сказать, классический феодализм, пока он не начал переходить постепенно уже в буржуазный строй. Поэтому был правящий класс феодалов, дворян, который имел право служить государству и право управлять государством. И был класс крестьян, которые имели право работать на барина, на помещика, и поэтому у них никаких прав и быть не могло на управление государством. А что касается крестьянских восстаний, то даже самые крупные из них, такие как восстание Емельяна Пугачева или Степана Разина, они не выходили за рамки вот этого феодального мировоззрения. То есть просто вместо этого царя предлагался другой царь, а именно глава этого самого восстания. Поэтому никакой новой идеологии, никакого нового строя по существу эти крестьянские восстания не давали. Они были отрицанием феодализма, но в рамках самого феодализма. И за рамки феодализма выйти не могли. Поэтому крестьянские восстания такие просто победить не могли, потому что нечему тут побеждать. То есть вместо этого царя поставим другого царя. И такие цари были разные, они менялись. Сама феодальная знать меняла царей время от времени. И это ничего не изменяло в системе организации жизни общества. А что касается современного буржуазного государства, здесь этот механизм отработан очень хорошо.
И при том, что даже в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, видны некоторые явления довольно странные. Например, бывают ситуации, когда большинство выборщиков дают преимущество кандидату какой-то партии, а тогда как эти большинство выборщиков не представляют большинство избирателей. И выборщики, скажем, при выборах президента в Соединенных Штатах Америки, они как бы обязаны голосовать в соответствии с волей тех, кто их избрал. А количество тех, кто их избрал, вот так может соотноситься, что меньшинство избирает президента. Поэтому в этом смысле там не самая такая яркая демократия в Соединенных Штатах Америки. Тем более, что если мы возьмем начало деятельности буржуазной демократии в Америке, то вначале была борьба еще между Севером, который был против рабовладения, и Югом, где было рабовладение, и поэтому строй включал все рабовладения, и понятно, что ни о каких выборах со стороны рабов темнокожих тоже не могла идти речь. Дальше какие виды борьбы? Значит, политическая борьба – это борьба за упрочение власти господствующего класса или завоевание власти оппозиционным классом. А как может завоевать оппозиционный класс? Как показывает опыт истории, если оппозиционный класс в лице своего авангарда, то есть политической партии, встраивается в систему выборов буржуазных, он оказывается в ловушке. Он как бы является необходимым гарниром к тому блюду, которое подготовил господствующий класс. Это очень, поэтому всегда правящий класс зовет. Если меня будут избирать, я позову и вас, и вас, и вас, и вас, чтобы как бы было видно, что все хотят, чтобы я должен был руководить. Потому что если я вас не позову, вы скажете, чтобы выборы были неполные или они были нечестные. Если вам надо, я вам сделаю прозрачные урны. Потому что мне тоже прозрачно видно, что если в обществе буржуазной идеологии выберут кандидатуру буржуазную. Ну вот этот самый пример, который я уже назвал, вот с чилийцей, чилийский пример, он показывает, а что будет, если даже не вполне буржуазная, скорее мелкобуржуазная партия через выборы придет к власти. Как? Во-первых, мелкобуржуазная партия никогда не дает другого строя, другого социализма. Она дает, скажем, доведение буржуазной революции до конца. Так и получилось в Чили. В Чили социалисты, пока они и были в большинстве в парламенте, и пока им позволяли осуществлять свою политику, они чем занимались? Они занимались экспроприацией земли у помещиков и раздачей ее крестьянам. К чему приводит экспроприация земли у помещиков чилийских и раздача ее крестьянам? К чему она должна привести? К развитию деревни капитализма. Правильно? Как капитализм развивать, когда земля у помещиков, крестьяне на них работают? Где тут капитализм развивать? Невозможно. Значит, если освободить крестьян, часть из них поедет в город на заработки бывших крестьян. Часть будет наймется к тому, кто был помещиком, если помещик будет теперь выступать в качестве капиталиста. Или там будет часть богатых крестьян, будет сельскими буржуа, то есть кулаками, и там будет развиваться капитализм. И вот пока социалистическая партия в своей государственной политике не выходила за рамки этого движения, за рамки тех целей, которые означают доведение буржуазной революции до конца, никто им, собственно, и не мешал. А у кого была реальная власть? А реальная власть – это армия, которая подчинялась Пиночету, которая, так сказать, как бы за кулисами, но, так сказать, внимательно следил за тем, чтобы эта деятельность социалистов не переходила известные границы. Это корпус карабинеров и вся, собственно, система чиновничества, которая оставалась неизменной. Поэтому, как только решение задач буржуазной революции завершилось, после этого значит, Аленда прогнали вместе со всей его, так сказать, свитой, которая сидела в парламенте, парламент закрыли, и там наступила полоса фашизма. При этом никаких попыток вооружить, скажем, трудящихся рабочих Аленда не предпринимал. И это совершенно тоже логично, потому что Альенде, в свое время выступая у нас в журнале «За рубежом», был такой журнал, в котором красным
было написано название его статьи «Социализм без диктатуры пролетариата». И вот, так сказать, история показала, что из этого выходит. Из этого выходит в итоге фашизм. И вот ночь фашизма опустилась на Чили, и очень нескоро она развеялась. Ну а какая же может быть политика у оппозиционного класса? Ну тут надо сказать, что всего и существует два варианта, как уже показывает история создания социалистических государств, два варианта установления новой власти, которые мы видели в истории тех государств, которые так или иначе совершили социалистическую революцию. Вариант номер один. Вариант номер один – это тот классический вариант, который был в России. В рамках буржуазного строя, независимо от тех органов представительной власти, которые есть в буржуазии, то есть в парламенте, у нас Дума государственная была уже. Она появилась после 5-го года, когда рабочий класс стал создавать свои представительные органы. Обратите внимание, когда появилась Булыгинская дума? В 1906 году. А когда появились советы? В 1905 году. В Иваново-Вознесенске были созданы первые советы, и еще в ряде городов России были созданы советы. Что такое советы? Советы, если брать их не по названию, не по тому, что они называются, потому что у нас таких органов с названием советы очень много. Вот, например, есть совет ученых в университете. Так, есть совет безопасности в России современный. Есть совет федерации, федерального собрания Российской Федерации, высшая палата парламента, ее возглавляет Валентина Ивановна Матвиенко. Есть госсовет, в который входят руководители глав регионов, их собирают, так сказать, и руководители туда, видимо, входят и представительных органов власти. Это большое такое собрание, на котором обсуждаются некоторые государственные вопросы, которые затрагивают и не только федеральные органы власти и федерации в целом, а и отдельные регионы. То есть таких советов очень много. Некоторые органы называются, скажем, в Волгограде называется совет, а не законодательное собрание. Ну а в Санкт-Петербурге называется законодательное собрание. То есть таких органов, которые называются советами, очень много. Вот. Или когда говорят «совет да любовь», то это не имеется в виду те советы, которые были созданы в 5-м году. Или когда мы скажем, что у нас все друг другу советуют, и у нас в этом смысле страна советов как была, так и остается. Значит, много-много всяких советов, а на практике очень медленно действует. У нас экономика падает, а советов не с числа. Вот очередные советы. Советник, например, президента товарищ Глазьев дал такой совет. Он выступил с речью из устной, из письменной перед комиссией Совета Безопасности. Совет, обратите внимание. Советник президента перед комиссией Совета Безопасности с докладом, который называется «Речь о неотложных мерах по отражению угроз существованию России». И этот комплекс мер там описан. Я очень, кстати, рекомендую с этим познакомиться. По следующим причинам. Во-первых, еще раз. Речь о неотложных мерах. Значит, С. Глазьев, Сергей Глазьев, советник президента России, доклад Совету Безопасности, комиссии Совета Безопасности, 15 сентября состоялось, о неотложных мерах, неотложных, то есть, которые откладывать нельзя, по отражению угроз, не просто безопасности, а угроз существованию России. То есть, есть угроза существованию России, по отражению угроз существования России. И вот эти советы товарища Глазьева очень хорошие. И очень правильные. Они исходят из понимания того, что современная Россия является государственно-монополистической страной. И период, в котором мы живем в мире современный, как вот современное устройство экономическое какое, ну если не брать социалистическую страну, а брать страны буржуазные, это государственно-монополистический капитализм. Поэтому всякого рода рассуждения, что вот рынок там все решит, как, с чем выступают либералы,
Он сейчас решить уже ничего не может, он может только порешить то, что есть. И бесконечные вбрасывания, значит, на поддержку мелкого бизнеса денег государственных приводит к растрате постоянно этих денег. Тем более, что если вы за конкуренцию, скажем, за честную конкуренцию, вот если мы за честную конкуренцию, мы с вами конкурируем. И вот вы у меня выиграли. А вот там сидит государство. Зачем государство меня поддерживает, если вы выиграли? Вы же, значит, эффективный менеджер, правильно? Если вы у меня выиграли. И почему же государство должно поддерживать неэффективного, который проигрывает? Дескать, а мы будем всегда поддерживать тех, кто тянет к отсталому, к старому, к тому, что замедляет наше развитие. И вот этим занимается наше государство постоянно сейчас. И рассуждение, давайте поддержим мелкий бизнес. Правда, я сейчас вот наблюдаю, какие висят плакаты в городе, уже увидел большое изменение. Мы поддерживаем любой бизнес, даже мелкий. Чувствуете разницу? Не поддержка мелкого бизнеса. Мы поддерживаем любой бизнес. Привилегии любому бизнесу, даже мелкому. Я сказать, мелкому, ладно, черт с ним, мы тоже их поддержим. Но надо понимать, что никакой технический прогресс современный, когда речь идет о компьютерных технологиях, о новых технологиях в области производства продуктов, так? О новых технологиях в области обработки материалов, о новых станках и машинах, о новых приемах изготовления продукции и так далее. В это время, давайте поддерживать ларьки. Что в ларьке может быть? Что можно изготовить в ларьке? Поэтому, вот скажем, недавнее сообщение, что Сколково завело два дела, наконец, на две фирмы, которые истратили деньги и ничего не создало. Одна фирма, которая обещала там какие-то новейшие технологии, истратила деньги, те, которые истратила, на то, что они закупали кофе и печенье для сотрудников своих. И где сидели, значит, пили кофе и закусывали печеньем. И это все под названием, так сказать, разработка новой технологии шло. Ну вот я возвращаюсь к тому, что такое советы. Советы были порождены в революции, так сказать, самими массами рабочих. Нет такой партии, которая их придумала, нет такого теоретика, который их изобрел. Вы же не скажете, что их Ленин изобрел, правильно? Тем более не Маркс и Энгельс, которые жили далеко и в другое время. И вот эти советы по своему устройству представляли собой органы по представительству от забастовочных комитетов трудовых коллективов или от трудовых коллективов. Не от улиц и площадей, не от территориальных округов, а именно от трудовых коллективов. И что, вот, скажем, увидели теоретики, такие как Ленин? Вот Ленин увидел, в чем, так сказать, смысл этих советов, что совсем другое может быть создано государство не по типу, так сказать, органов, которые избираются по территориям, а по типу органов, которые избираются от фабрик и заводов. Более того, в программу партии, в новую, первая программа была принята на втором съезде РСДРП, а в 1903 году, а вторая программа уже была после революции, принята у нас в России, она была принята в 1919 году, на восьмом съезде. И там было записано, основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, а производственная единица – завод, фабрика. Основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а производственная единица, в скобках, завод, фабрика. Вот принцип формирования, и это и есть характеристика советов. Надо сказать, что вот этой идее советов не повезло. Можно даже сказать, что эту идею советов Ленин глубоко понимал, а вот Сталин, похоже, что ее и не понимал. Почему? По факту. Вот потому что в 1936 году при приеме новой Конституции 1936 года этот принцип формирования советов через заводы и фабрики был так незаметно, видимо, для тех даже, кто составлял новую Конституцию, заменен на принцип формирования по территориям. И если мы поставим вопрос, до какого времени просуществовали советы в России и в СССР,
то надо сказать, что они просуществовали в городах до 1936 года. А в деревне? А в деревне производственный принцип совпадает с территориальным. Что по территории, что по производству. Поэтому в городах органы, так сказать, оставались органами, советами по смыслу. Но они оставались такими, пока, так сказать, не произошло то преобразование, которое ликвидировало советы как таковые. Вот, скажем, после 1993 года и расстрела Верховного Совета, можно сказать, что то, что в деревне было, уже тоже никак нельзя было считать советами, потому что там был тоже принцип территориальный, а вместо крупных коллективов, колхозов и совхозов тоже появились более мелкие предприятия. Хотя предположение о том, что там мелкие предприятия вообще вытеснят крупные предприятия и вообще будут там только отдельные фермеры, не подтвердилось. Несмотря на грандиозные усилия, которые для этого были предприняты, и очень большое количество миллиардов рублей, которое было вброшено в то, чтобы уничтожить колхозы и совхозы, оказалось, что не может деревня накормить город только через эти мелкие крестьянские хозяйства, через фермеров. Поэтому однажды, когда Владимир Владимирович проводил свой телефонный опрос, я как-то вот слышал, как он отвечал на вопрос: ну а почему вы ничего не сказали про фермеров? Он говорит: ну а что я скажу про фермеров, они дают 1.5% сельскохозяйственной продукции. Что о них говорить? А денег, если вы помните, туда было выброшено очень много. И вот, так сказать, из кроватей металлических делали телеги, спали в обнимку со свиньями, чтобы как-то их как-то спасти, поскольку зоотехников нет и агротехники нет. То есть вот эта система научного организованного земледелия была разрушена, а вот эти мелкие фермеры, предоставленные самому себе, они и себя-то еле-еле могут прокормить, не говоря уже о том, чтобы они обеспечили продовольственную безопасность страны. А отсюда завоз продукции из других стран. И вот теперь сейчас говорят об импортозамещении. Ну а сейчас картина такая, что даже те крупные предприятия, конечно, которые имеются в России, они так и не разрушены были, они поменяли свою форму. Теперь это капиталистические предприятия. Они имеют форму либо производственных кооперативов, либо каких-то акционерных обществ. И они хозяйствуют и дают довольно дешевую продукцию. Но, как вы думаете, сколько стоит молоко на выходе из этих самых хозяйств? 15 рублей литр. А сколько оно в розницу? 50 рублей литр. Смотря какое. Вот есть 50 рублей, 250 грамм. При Невске, например, я вот недавно видел, продавали удельный. 50 рублей 250 грамм, значит, соответственно, пол-литра 100 рублей, значит, литр 200 рублей. А за литр дают крестьянину или, так сказать, тому, кто производит, сельскохозяйственному производителю, дают 15 рублей. То есть, вот, так сказать, след советов, так сказать, где-то, который был еще в деревне, он с 93-го года совсем пропал, хотя сам факт, что вот новое появляется в рамках старого, или как некоторые как-то вот раньше объясняли, в советское время объясняли, я знаю, на занятиях нам в том числе, что, дескать, вот отличие буржуазной революции от социалистической в следующем. При буржуазной революции уже в рамках феодального строя появляются вот какие-то органы уже буржуазные, а потом они, так сказать, сбрасывают надстройку, и тем самым получается новый строй. И действительно, в чем состояла буржуазная революция? К моменту буржуазной революции вся деревня уже и весь город были буржуазными с точки зрения экономической. И осталось только поменять политическую настройку. А что с точки зрения политической и экономической, если речь идет о социалистической революции? Социалистическая революция требует единой собственности. А прежде чем будет единая собственность, надо иметь органы власти для этого, чтобы они обеспечили общественную собственность. А чтобы были эти органы власти, нужен рабочий контроль. На что он будет опираться? Пока, если советов нет, то не на что опираться, и никакой другой и социалистической революции не получается. Поэтому вот почему Великая Октябрьская революция называется Великой.
Потому что она могла самостоятельной быть в окружающем ее буржуазном мире. А вот другие революции, которые тоже вполне были социалистическими, которые мы знаем, это революция в Китае. Я думаю, вы знаете, что значит, там была большая битва между армией, которую возглавлял Мао Цзэдун, и армией, которую возглавлял Гоминьдан. Что когда еще была война с японцами, то и Гоминьдан, и армия Мао Цзэдуна воевали совместно против общего врага, и им очень сильно помогла Красная армия. И Красная армия разбила миллионную Квантунскую армию и решила исход войны там, на Востоке, и на этом закончилась Вторая мировая война. Что, собственно, и отмечали 9 сентября в Китае. Как большой праздник, окончание Второй мировой войны. Причем китайцев в этой войне погибло больше, чем русских и других граждан Советского Союза. У нас погибло 27 миллионов, а китайцев 33 миллиона погибло в этой войне. И началась она раньше, как война еще с японцами. И закончилась, как уже война с этими японцами, но в которую вступил Советский Союз, и это предрешило ее быстрое окончание. Так что дальше происходило? А дальше происходило то, что Советский Союз передал свое вооружение армии Мао Цзэдуна, чтобы не везти же его обратно. Заодно и японское вооружение тоже передал. Конечно, хуже оно было, но тоже. И в конечном итоге, несмотря на, так сказать, попытки Гоминьдана, так сказать, взять они верх поэтому уже не могли над армией Мао Цзэдуна, и, следовательно, вот эта поддержка Советского Союза была решающей. Я думаю, все понимают, насколько решающей была поддержка советской Красной армии, которая находилась в странах Восточной Европы. Скажем, вот революция в Чехословакии 1948 года. В чем она состояла? Это мирная революция. 1948 или 1968? 1948-го года никакой революции там не было. Революция – это переход от отсталой формации к передовой. А 1968-й ни того, ни другого не было. Ни революции, да и контрреволюции тоже там еще не было. Движение к тому было, но еще не было. Что произошло в 1948 году? В 1948 году на территории Чехословакии существовало правительство, и действовало правительство, в котором было три коммуниста, председатель правительства, министр обороны и министр госбезопасности, и остальные члены буржуазных партий. И вот в соответствии с принятым порядком в системе буржуазного представительства и парламентского, вот все остальные министры решили выйти из правительства, оставив троих коммунистов, чтобы правительство пало. Ну, так обычно и бывает. Вот вы знаете, сейчас сообщают, что вот там вышли, правящая партия вышла, а это уже не может существовать, оно упало. Но наряду с тем, что в Чехословакии стояли войска Советского Союза в это время, и это гарантировало бескровный характер таких вот действий, кроме того, в Чехословакии имелась рабочая милиция. Что такое рабочая милиция? Вообще понятие милиции. Милиция? Что это значит? В переводе с латыни это то ли войско, то ли ополчение. Ну вот что-то в этом. Так вот, милиция – это вооруженный народ. Проще, да. Вооруженный народ. Поэтому вот когда товарищ Медведев говорил нам, что вот теперь надо переименовать милицию в полицию, потому что после Октябрьской революции была милиция, а вот теперь у нас будет полиция, это некоторая, скажем так, неточность. Можно было бы узнать, что милиция была создана в России после февральской революции. И эта милиция была создана в связи с ликвидацией корпуса жандармов, да, и департамента полиции. И называлась она народной милицией. А после 1917 года появилась рабочая милиция. Вот в чем разница. А сама милиция появилась как народная милиция. Казалось бы, вот новое буржуазное правительство, которое появилось после 1993 года, должно бы свято хранить, если оно буржуазное, ну вот те ценности, которые, так сказать, были заложены еще предшественниками, правильно? При первом издании буржуазной революции. Верно? Нет, не знают даже этого. Так вот, рабочая милиция, которая, конечно, отличается от такой милиции, которая делала меньшевистское правительство, эсеровское,
отличается тем, что рабочие вооружены. Рабочие, то есть на заводах, в Чехословакии, у каждого рабочего в шкафчике лежало оружие, которое гарантировало бескровность тех или иных изменений в случае, если кто-то попытается нарушить вот ту власть или ту мирную жизнь, которая есть. Значит, как только буржуазные партии вышли, их представители вышли из правительства, по улицам прошествовали, а рабочие, вооруженные рабочие, они, так сказать, взяли свое оружие и с оружием пошли на демонстрацию. И к этой демонстрации присоединились органы безопасности, которые тоже, между прочим, возглавлялись коммунистом. И, так сказать, демонстрация прошла с лозунгом: «Вы вышли из правительства, больше вы в него не войдете». И на этом, собственно, переворот и завершился. Этот переворот, который действительно переворот, то есть из буржуазного государства, из государства пролетарское, но он оказался не просто переворотом, а революцией, потому что это появилась социалистическая революция. Ясно, что события могли бы так мирно не развиваться, если бы там не стояли победоносные войска Красной Армии. Правильно? И у Ленина даже, который, естественно, это не видел, не знал и не мог, можно сказать, и предвидеть, но тем не менее у него предвидение было очень сильно развито. Он что написал? Что мирная, всякая великая революция невозможна без гражданской войны. Что имеется в виду? Что если великая революция, то впервые буржуазии, когда эксплуататорские классы лишаются власти, не может быть так, чтобы они так смирились с тем, что они потеряли вековые привилегии и уравнялись с теми, кого они считали чернью. Поэтому, если это великая революция, то она невозможна без гражданской войны. Мирная революция возможна в какой-нибудь маленькой стране, когда рядом, в большой стране, победила социалистическая революция, и буржуазия малой страны боится, что ей не сохранить свои головы. Вот это вот прямо подходит под это вот определение, под это утверждение, то, что произошло в Чехословакии. Что касается других стран народной демократии, так называемой, они все в этом смысле подпадают под вот этот случай, когда при поддержке со стороны страны, которая совершила социалистическую революцию самостоятельно, то есть Россия, Советский Союз, вот вам возвращение советской власти в Прибалтике, в Литву, Латвию, Эстонию. А советская власть возвратилась туда? Власть возвратилась, но не как власть Советов. Обратите внимание, она социалистическая. Но уже советы избирались не так, как они в Литве, Латвии и Эстонии избирались в революцию 17-го года. Они уже избирались по территории, как в СССР вообще. И поэтому вот такие советы, они прочно не держались. Потому что тот Верховный Совет, который у нас был избран, вот, и который разогнали в 93-м году, Ельцин разогнал, он, в общем, условно говоря, он вообще-то не совет. Ельцин разогнал парламент и установил вместо власти парламентской с целью быстрой реализации планов приватизации, он установил президентскую власть как решающую. Несмотря на конституционные нарушения, которые были зафиксированы тем же Зорькиным, который сейчас возглавляет у нас Конституционный суд. Устав Ельцина о разгоне Верховного Совета, тогда же Конституционный суд во главе с Зорькиным признал неконституционным. И это, из этого следовало, что этого президента нужно было подвергнуть импичменту. А кто его будет подвергать, потому что у него танки? Это вот тоже хорошая иллюстрация для тех, кто думает, что все эти голоса в парламенте что-то значат. Они что-то значат, пока они не сталкиваются с реальной силой. То есть подогнали танки и стали стрелять по Белому дому. А Ленин, когда дело шло о движении к власти Совета, он говорил: мы не хотим быть таким правительством и не будем, которому любая горстка офицеров может дать по шапке. Поэтому заботились как раз о сосредоточении сил. И вот те советы, которые были созданы в России, они созданы опять-таки в 17 году, опять самими рабочими и даже мелкобуржуазными партиями. Кто был председателем первого совета в Петрограде в 17 году? Кто?
А? Керенский, да. Керенский. Поэтому Ленин выступал на первом съезде Советов, можно сказать, в одиночестве он там был. Вот этот съезд Советов был на нынешней кадетской линии, которая называлась Съездовской ранее. И вот теперь это здание перешло к нам в университет. Перешло. Так что, вот, представляете, там сейчас ремонт будет, от него есть даже проход, там рядом с ним теперь другой, внутрь университета. И он сказал, есть такая партия, которая может взять власть, доску не более того. Доску не убрали? А? Доску не убрали? Доску не убрали, доска висит. И вот, так что вот мы теперь, так сказать, имеем уже это помещение в университете, там, где был первый съезд. И что, первый съезд Советов установил какую-нибудь власть? Нет. Какая была власть? Советы были советами, а Временное правительство было реальной властью. И вот тогда Ленин выступал за то, что была власть Советов. Говорит, ну Советы, они преобразуются мирным образом. Сегодня они эсеровско-меньшевистские, завтра они другие. Почему? Потому что это единственный такой аппарат Советы, который могут преобразоваться путем отзыва депутатов. Вот, скажем, я депутат, а вы представляете собой завод, и вам показалось, что я больше ваши интересы не выражаю. Вы собираете собрание коллектива завода или конференцию, голосуете, что, товарищ Попов, спасибо вам большое за работу, вы хорошо работали, вот теперь будет Иванов или Сидоров. И голосует или Иванов, или Сидоров. И все. И становится другим. Не выдвижение, как потом было после 1936 года. Дескать, мы выдвигать будем кандидатов от трудовых коллективов. Да, от трудовых коллективов выдвигали. А кто это все организовывал? Это организовывали, скажем, соответствующие орготделы и обкомов партии. Или горкомов партии. Что так вот просто они выдвигались? Это выдвижение. А избрание кто? Значит, мы выдвинем, потом поведем туда, где его никто не знает. И там его изберут. Мне лично пришлось в этом процессе участвовать одно время, в 1989 году. Такая была бурная у нас ситуация в Ленинграде. И, значит, говорили о том, что вот такой взлет у нас Советы. Помните, Ельцин говорил, вся власть Советов. Считайте, что я вместе с ним сейчас пропагандирую Советы. Помните, он всю власть Советом требовал Ельцин, прежде чем разогнать потом. И вот у нас образовался Совет народных депутатов. Много-много было. И все смотрели по телевидению, как они там разговаривают, что критикуют и так далее. Был ли этот Совет народных депутатов реальной властью? Да нет, конечно. А тогда из него сделали более узкий, там, Верховный Совет. И вот при выборах Советов народных депутатов у нас здесь, в Ленинграде, была мощная кампания. И по Ленинградскому национально-территориальному округу было 35 кандидатов. Вот я был одним из этих 35 кандидатов. И некоторые, на некоторых предприятиях меня вот выдвигали как того, кто меня знал. Например, я много с докерами общался, консультировал. И меня конференция морского порта Санкт-Петербурга, Ленинграда, выдвинула кандидатом в народные депутаты СССР. А также я много лекций читал на Казицкого, участвовал в организации там учебы. Вот там наши слушатели из нашего института повышения квалификации проходили практику, которая, так сказать, помогала им в организации работ. И меня вместе с генеральным директором завода «Сигнал» Заниным тоже выдвинули кандидатом. На Кировском заводе я выступал в КБ-3. КБ-3, который это танковое производство. Там я выступил с докладом, и большинство танкового производства, представляющих 6 тысяч человек, проголосовало на конференции за выдвижение. А вот на Кировский завод меня вовсе не выдвигало. Там на конференции Кировского завода прошел Сергей Андреев с совершенно определенной буржуазной программой. Ну а что касается еще двух предприятий, которые меня выдвинули, это завод «Нева», который делал на Петровской косе фабрика канатная. Там я один раз появился, вот они меня привезли, представили, секретарь райкома партии представил Петроградского, и меня рекомендовали, избрали кандидатом. И НПО «Буревестник». Я сейчас даже не могу сказать, где он находится такой. Туда меня привезли, там меня выдвинули, и все.
Поэтому выдвижение – это не то же самое, что избрание. А что касается избрания, кто у нас прошел из этих 35? Иванов, который с Гделяном. Вот он тогда прошел, а все остальные набрали довольно мало голосов. Ну, я набрал всего 10 тысяч голосов, всего, по Ленинградскому территориальному округу. Но мы зато имели возможность выступать по телевидению, по радио. Порт мне дал автомобиль с громкоговорителем. Мы приезжали на митинги, там выступали. Была такая активная весьма кампания. Так вот, не следует путать выдвижение кандидатов. Если вы можете только выдвинуть, а не можете меня отозвать, то никакой настоящей демократии нет. Вот вы меня выдвинули, там меня кто-то избрал, а вы уже больше не нужны. Все. Тогда нет, вы как избиратели никто. А вот если вы меня выдвинули и можете в любой день отозвать, то, в общем-то, не принципиально, кто, собственно говоря, сидит в городском совете. Или это я, или это вы. Важно, от какой организации он сидит, правильно? От какого предприятия. Вот что важно, что это представительство предприятия. И вот с этой точки зрения, посмотрите, что получилось. В рамках буржуазного общества постепенно формировались такие органы, которые сначала обеспечили двоевластие. Когда началось двоевластие у нас в Петрограде? Ну, где-то вот уже к осеннему времени. Совет стал большевистским, войска стали большевистские. Скажите, пожалуйста, вот вы представляете временное правительство. Вот вы правительство представляете. Знаете, правительство? А Петроградский гарнизон весь большевистский. Ну и кто может сопротивляться Петроградскому гарнизону? Вы можете сопротивляться Петроградскому гарнизону? Кто решает вопрос, сколько вам остается править? Вы или Петроградский гарнизон? Вы, конечно, пытаетесь кого-то подтянуть. Ну и кого подтянул Керенский? Он подтянул женский батальон и кадетов. То есть учащихся военных училищ в малом количестве. И вот они там за дровами около Зимнего дворца, за импровизированной такой стеночкой, про которую, можно сказать, и Ленин говорил, что оборона – смерть вооруженного восстания. Даже она – смерть вооруженного восстания, если это восстание поднимает временное правительство, потому что уже вся власть сосредоточилась в Петроградском совете. Петроградский совет решал, какой мост. Временное правительство говорит, развести мост, чтобы сюда не пришли люди с другой стороны. Петроградский совет решает свести мост. Временное правительство говорит, что не пускать сюда Аврору. А Аврора сюда прибывает, поскольку совет Авроры принял решение передвинуться из Кронштадта. Где стояла Аврора, знаете, да? Не знаете? Где стоят крупные корабли у нас? У нас же в Кронштадте морская была. Нет, так а кто вот здесь, в Ленинграде, где стоят крупные корабли такие, где глубоко у нас? Вот перед мостом лейтенанта Шмидта они стоят. Вот если вы отсюда поедете, с Васильевского острова, да, и завернете направо, угу, с моста, то там такая вот полукруглая, угу, гранитная. Там это верфь еще адмиралтейская, что ли? А? Да, в ту сторону. Но прямо здесь с моста и сразу стоит такой памятник, да, на нем. Изображена Аврора. Это вот то место. И туда сейчас прибывают крупные корабли, они там стоят. Угу. Там глубоководная часть. А дальше уже мало кто проходит. Вот там стоял Аврора. Кого спрашивал Аврора? Кто ее туда прислал? Значит, уже совет Авроры, в соответствии с решением Петроградского совета городского, а совет Авроры имел своего представителя, естественно, в Петроградском совете. То есть уже эта система... В рамках еще какого строя? Строй какой был, пока власть не передай? Буржуазный. В рамках буржуазного строя уже появилось двоевластие, и появились тоже условия для мирной революции. В чем мирный характер революции октября или великой? Почему она велика? Она великая уже и тем, что она совершилась совсем бескровно. То есть, когда говорят о том, что были ли погибшие, во-первых, неизвестно, от чего они погибшие, потому что, скажем, в Зимнем дворце был большой госпиталь, и, может, в этот день там кто-нибудь умер. Потому что в госпиталях, вы пойдите, я вот, например, лежал в третьей, как ее называют, третья истребительная больница, но мне разъяснили, что она истребительная называется не потому, что там плохо лечат, там лечат хорошо, но просто все тяжелые случаи сводят туда, и вот я... Поскольку в этой больнице лежал, я очень советовал товарищам утром-то не выглядывать туда в окно, потому что каждый раз показывали, как, значит, вот завернутые во что-то синее увозят оттуда трупы. И это ничего хорошего, это наблюдение, так сказать, для выздоровления не дает.
это на выглядывание в окно. Ну, то есть это было обычное дело. Также и в любом крупном госпитале, как вы понимаете, если это крупный госпиталь, там где под 1000 человек, то, естественно, там могут быть всякие смерти, в том числе и от испуга. Вот это вот самостоятельная революция в России. А что касается Кубинской революции, естественно, если бы не поддержка Советского Союза, ее бы задушили. Карибский кризис об этом и говорит. В чем был Карибский кризис? И на чем, собственно говоря, состоялась договоренность? Уберите ракеты, говорят Советскому Союзу, власти Соединенных Штатов Америки. Говорит, хорошо, вы уберите ракеты из Турции, которые перед нами там, рядом с нами стоят, и мы уберем. Это первое. И второе, вы уберите это, планы свои по уничтожению Кубы, Кубинской республики. Вот на том, собственно, и порешили. В противном случае обе страны уже были готовы начать ядерную войну. Ну вот, так сказать, надо сказать, что здравый смысл победил. Значит, американцы взяли на себя обязательство не вводить, не пытаться военным путем задушить кубинскую революцию социалистическую. Мы взяли на себя обязательство убрать ракеты, и американцы взяли на себя обязательство убрать ракеты из Турции с таким маленьким подлетным временем до столицы нашей Родины, города Москва. Сейчас вот все у них есть такое большое желание опять тут где-нибудь рядом поставить ракеты. Все время очень такое большое желание. В связи с этим они вышли из договора по противоракетной обороне. И об этом вот наш президент говорил недавно на Валдайском клубе. Что говорит, ну вы же нас окружаете все время, это заставляет нас об этом думать. И я думаю, что вот... Вот эти полеты наши в Сирию наших ракет под названием «Калибр», которые имеют расстояние крылатые ракеты, которые они могут преодолеть, 2600 километров. Они, вот эти ракеты, которые летели в Сирию, преодолели 1500. А что такое 2600? Это значит, до всех целей в Европе, где будут стоять ракеты, они в состоянии долететь. Так сказать, ну вот мы это оружие не демонстрировали, а впервые было продемонстрировано. Вдруг какая-то так, вроде казалось бы, Каспийская флотилия. Не знаю, как вы к ней относились. Ну, Каспийская флотилия, какие-то мелкие корабли там плавают в Каспийском море. Это же не море, можно сказать, это внутреннее озеро. И вдруг из этого внутреннего озера могут долететь до точек, до которых 2600 километров. Я думаю, после этого вот некоторая демонстрация силы, что не надо ставить ракеты, давайте договариваться. Потому что иначе это особенно усердствовали наши партнеры из Европы, которые слишком потакали Соединенным Штатам Америки, те вроде как далеко. Хотя вы знаете, куда отправляются наши готовые новые подводные лодки. Где у них стоянка, где у них боевое дежурство? Скажите, пожалуйста. Вы бы куда направили, если были бы президентом? Лучше прямо скажите. Сейчас мы узнаем, можете вы быть президентом России или нет. Куда бы вы их направили? Вот вы сейчас их сделаете, где вы? Вот они делаются там, на севере. Ну, соответственно, в Мурманск. В Мурманск? И что, из Мурманска? Сколько им лететь будет до Соединенных Штатов-то? Далековато. Надо думать. Они из Европы отправят, а вы из вашего Мурманска пока ваши будут лететь. У нас уже не будет никого, а ваши еще только собираются. Ну, вариант тихий прям. Вот вариант Тихий океан. Они около Камчатки, там, а там, по-моему, вот рядом. Где у нас там Аляска? Да это рядом все. Вот туда они отправляются и находятся, они там. Я уже не говорю о тех подводных лодках, которые без объявления находятся с другой стороны Атлантического океана и ходят. Потому что вот у нас очень сложная задача такая решается. Тихих компрессоров. Это значит... Такие компрессоры, которые работают бесшумно и не слышно, невозможно определить, есть подводная лодка, особенно если она лежит там на дне. Она может там месяц пролежать в состоянии готовности к любому удару. Ну вот мы с вами рассмотрели вопрос, какая тут возможна революция. Поэтому, когда мы говорим, откуда может вообще рождаться политическая власть, она может рождаться вот таким образом, из деятельности по
созданию каких-то органов на основе коллективов, когда коллективы своих представителей собирают, а для этого надо, чтобы коллективы имели такие тоже органы, которые являются органами не только разговоров, но и органы силы. Что является таким органом? Вот забастовочный комитет. В Иваново фабрики и заводы забастовали, и советы созданы не просто от предприятий, дескать, давайте изберем. Ну, избрали, и что дальше? Они никаким органом не являются, потому что никто с ними не считается. Их пришли и разогнали. А если это органы, которые представляют забастовочный комитет, это как получилось у Иваново, то если кто-то попытается что-то разгонять, то эти забастовочные комитеты останавливают все деятельность всех звеньев хозяйственного аппарата. В том числе типографии не печатают, заявления, манифесты или постановления действующей власти ивановской. Если придет, так сказать, руководитель, губернатор и скажет, напечатай мне это, вот рассмотрит забастовочный комитет, это хорошее, полезное для Иванова, напечатаем. Не полезное для Ивана, не напечатаем. То же самое было во время деятельности рабочих комитетов в Кузбассе уже вот в 90-е годы. Тогда было тоже так. В конце 80-х, вернее, годов. В рабочие комитеты они контролировали деятельность местных органов власти, и сидели они в тех же домах, в тех же зданиях. И вот принимает решение какой-нибудь местный орган власти. Они говорят, ну принесите в рабочий комитет, мы посмотрим, если он соответствует интересам трудящихся, то мы дадим добро, и они будут реализовываться. Если нет, то и нет. Поэтому и в конце 80-х годов была попытка создания этих советов, но в силу того, что они были разрознены и, можно сказать, не очень политически зрелые были, мне приходилось туда ездить в 89-м году. Я беседовал со своим, вместе мы с коллегой поехали из Нижнего Новгорода, и беседовали примерно 5 часов под палящим солнцем. Из этой беседы выяснилось, что те люди, которые там сидели, как бы бастовали шахтеры прямо в рубах, в резиновых сапогах, там, где какая-то была танцплощадка раньше, вот они там под палящим солнцем находились. Нам сразу посоветовали, вы не лезьте только к микрофону, как бы не было чего плохого. Но мы с ними беседовали, так разговаривали. Первые 2 часа это я, в общем-то, выслушал, что передают по телевидению, поскольку то, что в головах, как правило, это отражение того, что передают по телевидению. Потом начался конструктивный разговор, а к концу разговора было так, я спрашиваю такого здорового шахтера, который может меня сгрести, от меня ничего не останется. А вот скажите, вы вообще это за собственную шкуру или за общее дело? Он говорит, я? Я за общее дело. Я говорю, ну, значит, вы коммунист. Ну и что? Коммунист так коммунист. Вот, так сказать, окончание нашей всей этой беседы. И, в общем-то, они были за общее дело. Но надо сказать, что вот это не очень-то проявляется сразу. Тем более, что туда приезжали кооператоры, привозили им какую-то еду, привозили им папиросы, а один шахтер пожилой вот так открывает руку, а там эти бычки, окурки. Говорит, не, я у этих кооператоров не возьму, я лучше это буду курить, у них не возьму. То есть их, конечно, пытались все время направить в своем направлении, и в конечном итоге и направили. Хотя это были органы, которые могут создавать гораздо больше. Гораздо больше. Но ведь и советы, которые были в 17 году в Петрограде, тоже были сначала эсеро-меньшевистскими. То есть это такой трудный процесс, но он созидательный. То есть когда народ строит те органы, которые могут стать органами его власти, а могут и не стать. Сейчас же надо сказать, что если вы возьмете, например, такую партию, как КПРФ, она такой задачи создавать какие-то органы, которые могут выполнять такие функции, контролирующие, потом организующие, влияющие на хозяйственную жизнь, на политическую жизнь. Она такой задачи не ставит. Вот за меня проголосуйте, вот если вы меня изберете, то тогда я, если мы победим на выборах, как КПРСФСР победит, КПРФ
Вот тогда мы создадим советы. И эти советы будут как бы детище партии. Не детище народа, перед которым еще КПРФ или другая партия должна выступать и доказывать, что она действительно в интересах трудящихся действует. Потому что народ тоже понимает, можно что угодно написать. Если на клетке слона написана надпись «Буйвол», не верь глазам своим, как писал Козьма Прутков. Вот посему, если мы возьмем, подытожим, о чем шла речь, значит, всего и существует, так сказать, две линии. Основная – создание таких органов, которые могут в перспективе стать органами власти и стать организационной формой диктатуры пролетариата. Они идут через движение организации от коллективов. А либо это продолжение игры в рулетку или в наперстке. Вы, если попробуете играть с наперсточниками, то вы, наверное, знаете, что всегда вы проиграете. Поэтому вы этим и не занимаетесь, да. Вот это надо иметь в виду. И другой путь, и второй путь, это путь, когда не из города, а в городе, сказать, прочная власть вроде бы, из другого места, значит, вооруженные силы приходят и устанавливают там власть вооруженным путем. Это вот путь Китая, Вьетнама, Кореи, ну в Корее тоже опять. Какой северный? Северный? Кто помогал Северной Корее? Она сама все это решила? Нет, летчиков сколько у нас было там в 50-х годах? 150 человек летчиков квалифицированных там летали. Думаю, не только в Сирии сейчас летают, летали в Корее. А добровольцы китайские были? И добровольцы китайские были. Причем безразмерные. Во Вьетнаме были добровольцы китайские? Были. А кто обеспечивал ПВО? Наши товарищи. Поэтому на самом деле не так получается, что вот в каждой стране как бы революция начинается совершенно самостоятельно. Даже обратите внимание, что те страны, которые ведут такую прогрессивную политику, можно сказать, антиимпериалистическую, но тем не менее, то есть в том смысле, что они против того, чтобы одни государства грабили других. Та же Венесуэла, они сюда приезжают, и приезжают, как будто они приехали вообще в Советский Союз. Им, так сказать, с ними разговаривают, встречаются руководители, они так говорят, мы благодарим, так сказать, родину Ленина и так далее. Хотя, как вы понимаете, нынешнее руководство не совсем, так сказать, стоит на этих же позициях, не очень разделяет, но в последнее время как-то особенно и не протестует. Дескать, ну есть лес, мы уважаем то, что есть. Тоже Владимир Владимирович сказал, что вот если есть люди, которые там, у нас их много, целое поколение, которое войну провело, и оно кого-то что-то уважает, мы вовсе не собираемся кого-то перекапывать или выбрасывать на том основании, что кто-то требует. Мало ли кто чего требует. Ну вот, поскольку у нас задача политические составляющие выяснить, вот мы можем сказать, что вот с этой точки зрения, какая борьба за зарплату, какая может иметь политический смысл? Такая борьба за зарплату, которая связана с серьезными изменениями в этом вопросе, с такими, которые совершаются, во-первых, в широких масштабах и по глубине изменений, и по ширине, и по широте, чтобы это было делом в масштабах всей страны. Вот я хочу обратить ваше внимание на тот материал, который я вам дал, и который очень тесно связан с конфликтами социально-трудовыми, а именно в ЗАО «Первый контейнерный терминал». Проходили неоднократно трудовые конфликты, строго по закону. В отличие от некоторых деятелей, которые доказывают, что у нас такое сложное законодательство, что ничего невозможно по закону провести, никакие забастовки. Они очень аккуратно все выполняли, все этапы проводили, проходили какие нужно, и примирительную комиссию, и оформляли приглашение посредника, и оформляли трудовой арбитраж. И я однажды был трудовым арбитром порту. Вот. И участвовали в этом процессе государственные органы, как служба по разрешению коллективных трудовых споров. Котлобаев был такой руководитель у нас этой службы, он у меня был дипломником в ИПК на кафедре экономики и права. То есть я хочу сказать, что вот этот процесс был. И вот в 2011 году во время коллективного трудового спора докеры, поставив
задачи, реальное повышение, повышение уровня реального содержания заработной платы, что записано в 130 и 134 статье Трудового кодекса, выдвинули требования серьезного повышения зарплаты до уровня стоимости рабочей силы. Не в том смысле, что оно вот сразу будет. Ну, давайте составим график повышения достоимости. Ну, как, понятно, не можете за 10 лет, давайте за 15, ну, за 20 лет. Но чтобы мы и наши дети видели, что у нас жизнь будет, ну, лучше, а не хуже, хуже и хуже, как сейчас происходит. Сейчас что происходит? Что происходит с инфляцией? У всех, кто получает какие-нибудь доходы, эти доходы в реальном выражении сокращаются. И вот, скажем, представители этого нынешнего либерального финансового блока, они даже не видят, что дело идет к тому, что Россия будет все меньше и меньше и меньше. Потому что есть закон народонаселения, если у вас сокращаются все материальные блага, и рождаемость будет меньше, все будет меньше. И постепенно, и это никакими привозами гастарбайтеров такую проблему не решишь. Да возникает еще много новых проблем в связи с этим. Да, и так далее. И тогда и укрепляйте еще. Мало того, что внешние войска, да еще и внутренние войска укрепляйте. Да, и тратьте на это все средства. Так вот, в соответствии с строгом, в соответствии с законом, когда принимается, официально оформляется коллективный трудовой спор, то руководитель предприятия обязан издать приказ. В этом приказе он по представлению стороны работников фиксирует, кто от работников будет участвовать в переговорах и кто от работодателей. И по его уже представлению. И вот тем, кто участвует со стороны работников, он обязан предоставить возможность участвовать в переговорах до 3 месяцев, освобождая их от работы с оплатой по среднему. И вот, скажем, какое-то количество докеров освобождалось с оплатой по среднему, и работников механизации. Там 2 профсоюза, единый представительный орган, один профсоюз, профсоюз, российский профсоюз докеров, туда входят в основном докеры-механизаторы, и профсоюз работников механизации. Они в основном профсоюз работников водного транспорта, который входит в НПР, ПРВТ. И вот освобождалось в 2011 году 4 или 6 человек, я уже не помню. А вот на сегодняшний день, там сейчас коллективный трудовой спор еще не закрыт, там освобождалось 8 человек от работы с оплатой по среднему до 3 месяца. А в 2014 году те люди, которые были освобождены, они второй раз проделали расчет стоимости рабочей силы, то есть посчитали, на какой уровень надо вывести заработную плату, чтобы это соответствовало стоимости рабочей силы. Когда это все посчитали, то оказалось, что это уровень такой, что он уже носит не такой сугубо экономический характер, а во многом политический, потому что надо изменить взгляд на то, какой должна быть зарплата. Потому что когда все посчитали, ну, расчет был сделан таким образом, чтобы никто из работодателей не мог сказать, что вы там написали, вы там такое предположили, так вы это хотите, там, чуть ли не роскошь. То есть, скажем, все условия для нормальной жизни работника, воспроизводства работников и членов его семьи, с учетом того, что когда вы выясните, сколько это будет в рублях, надо учесть, что если это 3 детей в семье, значит 9 лет кто-то из членов семьи не работает. Поэтому у вас будет не 2 работника, а 1,64. И надо учесть еще, что когда вы посчитаете расходы, то зарплата должна быть больше, потому что зарплата еще 13% отчисляется. И вот то, что останется после отчисления, должно хватить на нормальное воспроизводство. А что такое нормальное? Чтобы, ну, нельзя было сказать, что вот вы это тут что-то превысили, взяли больше, все наши предложения. Вот они под моим руководством это делали. И вот тут прямо записано, что вот расчет произведен рабочими ЗАО «Первый контейнерный терминал» Куслиным, Пуртовым, Каретниковым и Белоногом. Белоног – это председатель правкома профсоюза работников водного транспорта. На базе первичных расчетов докеров-механизаторов Градусова, Ремезова и слесаря Тиунова под научным руководством автора, то есть под моим. При этом довольно большую сложность представляла
изучение того, получение данных, на основе которых можно было эти затраты исчислить. Надо было искать фирмы, заходить на сайты, обращаться в организации, узнавать у коллег, скажем, кто взял уже ипотеку, а сколько вам приходится платить, а в какую сумму это вырастет. Причем расчет был сделан, исходя из того, что будут они работать 25 лет. А 25 лет – это 12, это 300 месяцев. И все затраты, которые должны делаться по разным статьям, они должны быть сложены и поделены на 300. Тогда вы узнаете, сколько нужно семье для нормального воспроизводства. А дальше вы должны учесть, что эти 13% будут еще изыматься, чтобы эту сумму, соответственно, увеличить. И нужно учесть, что не двое человек будут работать, а 1,65. И вот когда вы это все учтете, вы получите сумму итоговую, что для того, чтобы обеспечить нормальное воспроизводство, надо, чтобы зарплата была в ценах 2014 года 165 201 рубль. Сколько? 165 201 рубль. У вас прошивка такая есть. Вот там это записано, на странице 31. 165 201 рубль. А нынешняя зарплата у докеров, ну вот, доходит до 80-90 тысяч. Так сказать, не сильно от этой величины отличается, но не в разы. Если вы возьмете зарплату в среднем по Петербургу, это 30. У докеров такая. У авиадиспетчеров зарплата от 40 до 250. У летчиков зарплата более 200. Так что вот это не такие, так сказать, зарплаты, которых нигде нет. Ну, а все познается в сравнении. Я хочу назвать вам цифры. Мы это называли уже. Да, вернуть вам, да? Вот, вернусь к этим цифрам. Вот в Роснефти это 17? Члены правления 17 941, 941 тысяча. В Газпроме 12 миллионов 463, Башнефть 11 миллионов с кусочком, Аэрофлот 6, Русгидро 6, это члены правления. РЖД 4, 815 почти 5, Интеррау С 4,770, Россети 4,617, Федеральная сетевая компания 2 миллиона 462 и Ростелеком, бедняки, ежемесячно получает член управления 1 922 тысячи всего лишь. Поэтому на фоне таких заработных плат это не представляется, так сказать, бешеной суммой. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что вы понимаете, что эти зарплаты ничтожные, вот, которые я называл, у работников госкомпаний, по сравнению с прибылями капиталистов. У нас главные доходы, самые крупные доходы от труда или от собственности? От труда, допустим, управленцев, или от собственности на акции? От собственности на акции. Вот когда товарищ Пугачев вынужден был продать акции, то тогда, а он был членом Совета Федерации, а члены Совета Федерации, как чиновники, должны подавать декларации. А в декларациях никогда, обратите внимание, вот во всех декларациях, которые пишут, никакие акции не фигурируют. И он должен продавать акции, когда он стал продавать акции, у него оказалось доход за один только год 2 миллиарда рублей. Когда люди переходят из кресла хозяев каких-нибудь компаний на кресло чиновника, они обычно назначают, поскольку чиновник не может быть предпринимателем одновременно, формально, по крайней мере, они назначают доверенных лиц и передают свое хозяйство в доверительное управление, и как бы с помощью этого доверительного управления их хозяйство многодолларовое, многомиллиардное продолжает существовать, а они в это время на ниве государственной работы, на ниве обеспечения условий для увеличение своего капитала и работают. Причем многие туда устремляются непосредственно из компаний далеко не государственных, а даже из преступных, потому что там они получают неприкосновенность. Вот недавно гражданина Шевченко из Совета Федерации удалили, посадили в тюрьму за убийство.
И несмотря на то, что там он имел неприкосновенность, но в случае, если проголосует палата, то эта прикосновенность снимается, и тогда его можно привлекать к уголовной ответственности. Но часто бывает, что не так-то вот и проголосует, потому что если нет таких веских доказательств, потому что, как говорится, там не один Шевченко такой. И мы все время видим, что один, два или три важных человека вдруг оказывается в этом органе и так далее. Поэтому вот этот вопрос такой, который о зарплате, он встает уже в политической плоскости. Вот если рабочие будут требовать такую зарплату, 165 201 рубль, к чему это приведет? Во-первых, к увольнению зачинщиков. Это нет. К чему это приведет в экономике? Если, скажем, вот рабочие, выступая с этих требований, и, во-первых, можно ли этой зарплаты добиться, действуя в одиночку? Нет. Ну вот можно сказать, что вот авиадиспетчеры добились, но они действительно охватывают, так сказать, все районы нашей страны. Им противостоит работодатель, государственная компания. Это госкорпорация по управлению воздушным движением России, и они, вплоть до того, что они добились даже снятия генерального директора этой компании, поскольку он этому противодействовал, и решили эту проблему. Скажем, докеры дальневосточные, они решили эту проблему таким образом, что они добились того, что у них в коллективном договоре стоит пункт. Каждый год зарплата повышается на индекс инфляции плюс 5%. Это повышение уровня реального содержания зарплат. А что написано в 130-й статье Трудового кодекса? Что государство гарантирует. Государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. То есть рабочие совершили политическое действие, которое вынудило государственные органы или хозяйственные органы сделать то, что записано в законах государства. То есть они как бы выполнили функции, ну, судебных приставов, можно сказать, в известном смысле. То есть государственные же функции. И тем самым, так сказать, ну, реально обучается управлению государством. Ford Motors Company, его коллектив после длительных забастовок добился того, что в коллективный договор записали следующее, что каждый год происходит повышение заработной платы на индекс инфляции плюс 2,5%. 2,5%. Но можно еще назвать вот это ЗАО ПКТ, в котором в коллективном договоре есть запись о том, что каждый год с ростом производительности труда погашается инфляция и плюс добавляется некоторый коэффициент, связанный с ростом производительности труда. Вот, так сказать, те успехи, о которых я могу сообщить по этой линии. Но можно сказать другое, что если это будет деятельность отдельных предприятий, то есть не политическое в этом смысле действие, политическое не в смысле названия, а политическое в смысле охвата класса, когда мы говорим о борьбе класса, сказать, что вот рабочий класс боролся за такое повышение зарплаты и проиграл. Можем мы сказать? Нет. Рабочий класс вовсе не боролся. Рабочий класс все сидит и ждет, когда ему повысят зарплату. А мы с вами разбирали этот вопрос. Что такое заработная плата? И это цена рабочей силы. Кто продавец рабочей силы? Рабочий. Кто покупатель рабочей силы? Работодатель. Если я работодатель, а вы рабочий. Если я покупатель вашей рабочей силы. Ну подумайте сами. Ну, есть такие покупатели сумасшедшие, которые будут повышать цену на то, что они покупают. Ну вот вы человек разумный же. Ну, вот во втором курсе магистратуры вы-то меня можете понять? Ну как могу я, если я персонификация капитала, а капитал – самовозрастающая стоимость, взять и повысить цену на то, что я покупаю? Ну таких сумасшедших же не может быть людей в хозяйственной жизни. Я же в хозяйственной жизни действую. Чего от меня требуете? А вы скажете, тогда мы будем повышать. Ну, повышайте. Ну, вы один будете повышать, не получится у вас, я одного вас и выгоню. Правильно? Так и бывает. Поэтому, если это действие не приобретает политического характера, вот, скажем, мы выгнали генерального директора, назначенного государством, в итоге добились авиадиспетчера, и никто не хочет с ними так вот воевать.
Или, несмотря на договоренность о диспетчерах после их массовых голодовок, которые у них были, когда они добились значительного повышения зарплаты и вот выхода на уровень стоимости рабочей силы, тем не менее, несмотря на согласованное решение, в Омске и Новосибирске суды запретили 12 диспетчерам в Омске и Новосибирске голодать. Вот выступает президент федерального профсоюза диспетчеров Сергей Анатольевич Ковалев, говорит, мы люди законопослушные. Мы законы знаем и строго их выполняем. Вот этим 12 человекам запретили голодать. Так? Они голодать не будут. Мы будем голодать, все остальные. А они будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. А какой будет результат? Они так же, как вот те, которые голодали, пойдут на работу. Прежде чем они попадают на работу, они идут сначала к врачу. Их проверяют все их параметры, потому что они управляют полетами, и они должны быть, так сказать, в идеальном состоянии. Какое у вас будет идеальное состояние? Вы пробовали 3 обеда съесть или 4? Вот съешьте 4 обеда и посмотрим, какое у вас будет состояние, и идите к врачу. Сонный. Или, да, сонный, так вы заснете. И вот такой был случай, мне рассказывал авиадиспетчер. Причем тот авиадиспетчер, который был сонный не потому, что он переел, а потому, что у него ребенок маленький. И вот было раньше 2 авиадиспетчера. Допустим, вы заснули, я бодрствую, я заснул, вы бодрствуете. А если один авиадиспетчер, вот вы, и заснули, и вот человек спит вот так, или, вернее, так сказать, бодрствует, но у него глаза закрываются, и его спрашивают, ну так вы разрешаете? Да, разрешаю. Она, машина выехала на полосу, а он ее уже не видит. Угу. Что это такое? То есть от авиадиспетчера зависит жизнь. Это халатность. Да, жизнь. А халатность появляется там, где вдруг халатность стала. Там, где должны быть 2 авиадиспетчера. Нужно дублировать такие вещи, потому что люди не железные. Даже железные вещи дублируются. Если вы ракету запускаете, что вы разве не будете систему управления дублировать 3-кратно или 4-кратно? Так и здесь. Вот в последнем случае с гибелью француза, предпринимателя, который вылетал на своем самолете, была такая ситуация. До этого много раз президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров обращал внимание руководству на то, что не надо сокращать авиадиспетчеров, потому что они теряют тогда обзор. Вот, скажем, там, где произошел этот случай, там сидели авиадиспетчеры с одной стороны полосы, с другой стороны полосы они просматривали. И в центре, на вышке, сидел авиадиспетчер. Вот этих 2 убрали в порядке сокращения, как сейчас все сокращают. А сократили тем самым жизни человеческие. А этот человек, он видит вот полоса чистая, он всего обзора не видит. Он видит только полосу. Вот полоса чистая, он дает добро. И тогда на эту полосу, после его добро, выезжает автомобиль, уборщик. И в это время поднимается самолет. Вот вам, пожалуйста, авария. А он должен видеть не только полосу, он должен видеть все это пространство, с которого могут выехать. И для этого нужно иметь не одного диспетчера. Второе. Там другая еще картина. Раньше из Москвы система организации движения была вот такой. Значит, с юга вы летали на юг. С востока, с восточных аэропортов, которые на востоке Москвы, вы летали на восток. Соответственно, с западных аэропортов вы летали на запад. Сейчас, в силу того, что компаний стало много, и они никому не подчиняются, можно сказать, самочинные, они над Москвой летают в полной, так сказать, неразберихе, так сказать. Могут с западного полететь на восток, с восточного на запад. А над Рублевкой очень высоко поднято, что вот здесь сюда не залетать. И еще они должны вот так взлетать. То есть очень сложная там ситуация. И поэтому нагрузка на авиадиспетчеров чрезмерная. Чрезмерная. И отсюда могут быть вот такого рода нарушения. То есть это вот вопрос государственного управления. Это вопрос политический уже. Потому что, так сказать, вы дайте людям нормальную зарплату, они будут нормально работать. А если вы даете им разбавленную зарплату, они могут вам давать разбавленную работу. Это мне вот прямо говорили товарищи из Красного Сормова, хотя там они делали лодки подводные «Барракуда», охотники за американскими подводными лодками.
То есть они там колоссальные, имеют, так сказать, опыт и искусство и так далее. Но они же тоже понимают, что если вы сверхурочно работаете, какая может быть работа? Если человек сверхурочно работавший, который еще в субботу и выходные работает, то что может получаться? Зачем он эти делает сверхурочные работы, когда у нас есть безработица? Чтобы не забирать этих безработных в работающих. А если их не забирать, безработных в работающих, значит, тогда эти вот безработные нависают над работающими и гарантируют низкую зарплату. Чем гарантирована низкая зарплата? Вот этим. То есть эти вот такими мерами. Поэтому получается, что вот борьба за зарплату может принимать политический характер, тем более, что вот при наличии вот такой заработной платы, что произойдет в экономике? Значит, сейчас что происходит у нас с финансами? Если углубиться в экономическую сторону дела. Она же вылезает и как политическая. Значит, амортизация. Амортизация у нас исходит из какой величины? Вот, скажем, надо исходить из того, что средства производства живут 10 лет. А у нас? Амортизацию могут написать себе сами из расчета, что 100 лет. Это значит, вместо того 10-й части стоимости фондов, запишут только сотую часть стоимости фонда. А куда остальное? А остальное попадет уже в прибыль. А прибыль куда попадет? Она поедет в офшоры. Это все знают. Куда попадает прибыль? Прибыль должна попасть куда была? В накопление. Значит, государство могло бы установить норму накопления, что вы должны накапливать не менее 70% полученной прибыли. Получаете много, живите сладко, но вместе с развитием производства. То есть вот если вы увидели дворец, значит там живет какой-то крупный капиталист, который организовал мощное производство, которое хорошо развивается. А сейчас, если вы увидите дворец, возможно там живет какой-нибудь жулик, который ничего не развивает. Или певец, как вот если поедете в Разлив, увидите там два дома Кобзона. Один дом это такой дворец с забором каменным, где ниши есть, а в нишах такие римские гладиаторы стоят. А второе – это, можно сказать, дом культуры для одного лица на горе. Ну и смысл этих домов в том во вложении капитала, потому что, так сказать, в банке могут лопнуть. Надо купить землю и построить дома, а их всегда можно продать. Вот и все. Вам песня строить, нам жить помогает. Хотя певец неплохой. Но дома еще лучше, я бы сказал. Вот. Так что будет? Значит, у нас общая сумма наших производственных фондов 73 триллиона рублей. Значит, если десятую часть накоплять каждый год, не накоплять, а только отправлять на амортизацию, значит, это надо каждый год отправлять на амортизацию. На счета самих предприятий, сами предприятия, любой формы собственности, любой формы организации производства направлять должны 7,3 триллиона в общей сумме. Вот это колоссальное обновление. Колоссальное. А у нас на чем разговаривать? 5 миллиардов, 7 миллиардов, 20 миллиардов, 200 миллиардов. Это гроши по сравнению с этой суммой. 7,3. А дальше идет прибыль. Так вот эта амортизация перекачивается в прибыль. И дальше в прибыль перекачивается та часть зарплаты, которая была бы вот здесь. 165 201, а сейчас 30 тысяч. 30 тысяч. А из 30, а 125, 145. 135. 135 тысяч перекачивается в прибыль. Амортизация перекачивается в прибыль. Зарплата перекачивается в прибыль. И что получается? Если амортизация, значит, должны работать наши всех заводы, которые производят станки, оборудование, инструменты, чтобы оснастить все предприятия, чтобы у нас новейшая техника. У нас даже на старой технике делают ракеты хорошие, с помощью, в том числе и напильников, когда доделают, доводят, потому что уже старая там стоит техника. Это раз. Второе. Куда понесут деньги рабочие? Они понесут их в магазины. И они с полок снимут. Вот посмотрите, что будет. Почему, так сказать, дорогая колбаса плохая? Потому что она старая. А почему она старая? Потому что она дорогая. Дорогая в том смысле, что она не вообще дорогая. Она дорогая по отношению к цене
по отношению к цене рабочей силы, по отношению к зарплате. Поэтому повышение зарплаты уберет с полок и будет быстро обновлять этот товар, который у нас на полках в магазинах. А следовательно, те заводы и фабрики, которые пока тормозятся в связи с тем, что нет спроса или малый, слабый спрос на их продукцию, они будут производить. И, так сказать, весь этот механизм экономики будет заведен. Всем известно, в том числе из практики Германии, из практики Соединенных Штатов Америки, что когда руководство решает поднять темпы роста, оно делает резкое повышение заработной платы. И это сразу отражается на всем. Естественно, во всех этих случаях в итоге прибыль капиталистов возрастает. Поэтому нельзя сказать, что эта мера, так сказать, отрицательная для капиталистической страны. Можно сказать, что вот есть такие случаи в жизни, когда одновременно выигрывают здесь и рабочие, и капиталисты. Но если производство развивается, это же капитал, самовозрастающая стоимость, вот получается общий выигрыш. Но это уже, можно сказать, тема следующая, потому что у нас следующая тема – политико-экономический компромисс. То есть вот мы сейчас говорим о борьбе, но в борьбе же бывают и компромиссы. Да, и в конфликтах, правильно? Да. И несмотря на то, что мы тут, с одной стороны, политизируем это рассмотрение, то есть берем политические аспекты, так и конфликты, в том числе и политического характера, они тоже не исключают компромиссов, и надо видеть, в чем они могут состоять. Это мы рассмотрим отдельно, в следующий раз. Спасибо за внимание.